всем привет, добрый вечер. Тут вот у нас поломочка небольшая произошла. Ну ничего. У нас когда ломается клавиша, мы гармошечку берем на гармошечку. Ну ладно. Его Миша зовут. Thank you.
Ехали цыгане, да, называется. Thank you.
красоте это все. И вот они сломаются. По этому поводу такую грустную, но.
Он хочет поиграть на компьютере. Что делать? Пусть играет. Да. Поиграет. Нет, не играет. Не играет. Ну поиграй на компьютере. Русский традиционный инструмент называется калюга. Для самых ленивых. Вранье. Вот этот вот инструмент. Он использовался, это бытовой инструмент, духовой, использовался для выпаса лошадей. Если вот, вот этот вот. Да, лошадей. Коней. А вот, вот это вот рожок использовался для выпаса коров. Вот так. И вот представьте себе, вот ночью, да, на рожке играть, это же сразу же просто убьют. Поэтому использовался вот такой вот тихий медитативный инструмент. Гитар тогда еще не было, До гитары еще далеко, много веков до гитары. Thank you.
Thank you.
называется клоны. Thank you.
Thank you.
еще сыграем в Вермиле 13 августа. В Москве. Равская набережная напротив Кремля. Забалчиво. Вермиль, повторю. Вермиль, 13. Что? Спой песню. А, без сейчас. А денег нет, 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 и кларнет нет, нет, и кларнет нет, нет, не звучит. Головой твой двойник, и пока ответ, все равно твое сердце молчит. Спасибо, ребят, приходите. Кстати, у меня юбилей. Ну что, без времени? Не скажи. Ладно, без времени. Домой, все домой. Слушай, а я, покажи, я же еще и талантливый. Не можно настроить гитару. Другого нет, нужно инструмент. Третьего слова, только другие.
Миша. Ваня. Сережа. Шлёпа. Строгий пост, усекновение головы, я на плите. Мы не работаем. Пока-пока.